я верю, что людей толкает к покаянию что-то. Люди на самом деле так просто не каются. Они каются из-за чего-то и для чего-то. Вот, то есть какой-то мотив должен быть. Если человек не хочет оставить грех, его он никогда не оставит грех, если он любит грех. Он полюбить должен что-то больше, чем грех. Я полюбил ее. Как я только покаялся, сразу ей позвонил, сказал, я покаялся. И мы начали думать о свадьбе. Вот, очень хорошо. И если вернуться к нашей жизни семейной, конечно, семейная жизнь строится. Она, может быть, да, как ребенок, это мгновение, но потом надо есть воспитание, это процесс целый. То же самое семейная жизнь, она должна быть построена правильно. Мы начали ее строить, и я не скажу, что жизнь была такая вся, знаете, очень гладкая, в каком плане. Бог меня призвал на миссию, куда, может быть, я даже не мог ее взять, потому что там война была в Армении, был голод, был холод. Она родила первого ребенка, и увезти туда, это было бы, ну, большой травмой для семьи. И поэтому мне пришлось, может быть, около 2 лет самому ездить на миссию, жить в Армении по 2-3 месяца, возвращаться, увидеть жену, ребенка недельку и опять уезжать так на 2 месяца. Это нелегкая жизнь, потому что ты любишь и расстаешься. Любишь и расстаешься. У тебя еще одна любовь влечет. Вот, да, тебе влечет призвание, любовь к Богу, любовь к людям, к спасению. Вот, и понимаешь, что ты, во-первых, ответственна за семью, но не хочешь, чтобы семья страдала. Я как-то взял ее туда, в Армению. Через пару месяцев я отвез обратно в Литву, потому что увидел, что пеленки все замерзшие, дома 0 градусов, обои отклеились, паркет лопнул от сырости. Кушать готовим на сухом спирте, таблетках или на свечах. Вот, нету газа, он взорван. Холод, голод, война. Вот, и я понимал, что ладно, Бог меня призвал, но почему они должны страдать? Поэтому я отвез, у нас был свой дом в Литве, вот, и я ее отвез. И это была нелегкая жизнь миссионерская наша поначалу, но потом это все призвание пришло на весь дом, на всю семью. И жена сказала, ты миссионер, и я миссионер. Куда ты пойдешь, туда я за тобой пойду. Вот, но это тоже было как бы тяжелый. Я думаю, эти вот годы были тяжелые годы. Я не скажу, что они были какие-то, может быть, драматические грехов. Нет, мы продолжали любить, продолжали быть верными во всем. Но тяжело, когда тебя призывает Господь, а другой не готов, или же или ты не готов взять этого человека с собой, потому что есть условия тяжелые. Да, вот это разные, как бы разные сезоны, да, получается. Сезон становления семьи, и в то же время ты должен быть как бы высвобожден из семьи. А потом мы пошли, конечно, дальше по миссии вместе. Потом я привез семью опять в Армению, и вместе переносили все тягости, и уже 2 ребенка было у нас. Вот, и она приехала в Армению, когда дочери нашей было 1,5 годика, сыну 0,5 года, и тоже тяжелое состояние. Ну, ничего, прошли, потом Сибирь, потом Москва, потом Америка, и дальше путешествуем, не стоим на месте. Вот я очень рада, что у вас действительно подруга вашей жизни, она такой человек, какой вы увидели сначала. Да. Полное посвящение, любви к Богу, задора. Я бы хотел добавить и сказать, особенно телезрителям, что я чувствую сейчас в своем сердце, сказать вам. Некоторые люди обращаются ко мне и спрашивают, как ты можешь сохранить многие годы вот эту первую любовь, эту вот страсть к своей супруге, вот, к своей семье, ценить ее, беречь ее. И я вам скажу искренне, это невозможно без вот этой влюбленности, первой любви, если ее не хранить. Когда люди женятся, выходят замуж, у них, да, есть эти вот чувства, вот эта вот страсть, это пыл, да. Вот, потом приходит быт, семья, обязанности, работа, обеспечение, все тогда, оплаты, выплаты, то есть все такое. Такая карусель, канитель, которая... И женщина делается домохозяйкой, вот, и вот она там, все там, только готовить, стирать, убирать, муж там, ладно, добытчик или там зарабатывает, и думает, как усталый приходит. И когда вот это идет рутина, порой это вот этот огонь гаснет любви, страсти друг к другу. А когда нету первой любви, тогда приходит тьма, Библия говорит. А когда тьма приходит, тогда у мужчин, у мужей порой глаза налево,
у женщин может быть досуга, какие-то обиды, какие-то склоки, какие-то может, разочарования, неисполнившиеся мечты приходят, и брак трескается. Но как избежать? И когда люди ко мне обращаются, я им простые вещи говорю. Вспомните. Вспомните, как вы любили. Вспомните, как вы поженились, вышли замуж. Вспомните, достаньте свои свадебные альбомы, достаньте свое видео, если оно есть. Вспомните ваш медовый месяц. Вспомните, как вы родили первого дитя, как вы радовались. Вспомните и упадите дома на колени и скажите: «Бог, пожалуйста, верни нам, верни эту страсть, верни эту жажду друг к другу, воскреси эту первую любовь». Потому что дальше в вашей жизни, если не будет первой любви, жизнь будет еще темнее, еще скучнее, и она будет неинтересная. И в старости будет спать на разных подушках. А нужно, как у армян есть пословица, когда женится, выходит замуж, дают пожелание состариться на одной подушке. Мы должны состариться на одной подушке, дорогие. Поэтому я призываю вас, особенно у кого брак стал тяжелой рутиной, вы слышите в своем сердце, и это есть отзыв, который Господь говорит прямо вам, прямо сейчас, склонитесь там, где вы есть. Вот, и скажите: «Бог, я вспоминаю, как ее встретил, я вспоминаю, как ее первый раз поцеловал, какая у нас была свадьба, я вспоминаю, как нежно дотрагивался, я вспоминаю, как дарил цветы, я вспоминаю, как дарил подарки, я вспоминаю, как ей она улыбалась. Почему этого нету? Прости меня. Я хочу быть добрым к своей супруге, я хочу опять давать подарки, я хочу делать ее жизнь радостной». И Бог это сделает во имя Иисуса, Он возродит первую любовь, потому что Он дал слово: «Вспомни и покайся, и я дам тебя опять любить заново первой любовью». Будьте благословенны в первой любви и в вашем семейном браке. Спасибо, Леонид. У нас еще есть один вопрос, и мы попробуем на него ответить так тоже сжато и емко. Я знаю, что вы ясно и ярко слышали голос, но вот голос Божий, призыв его на миссию. Вот это на самом деле очень такой важный момент, потому что кто-то из верующих людей, он говорит: «Я плохо слышу голос, я не слышу ясно». А второй сложный момент, он заключается как раз в том, что даже если ты слышишь достаточно ясно, именно то, что было в вашей ситуации, это множество объективных причин, как бы отложить следование этому голосу до лучших времен. И вот здесь вот сочетание, как бы, с одной стороны, направления, а с другой стороны, правильного времени. Мы же все прекрасно понимаем, что действительно, если ты что-то делаешь правильное, но не в правильный сезон, не в правильное время, то ты получаешь неправильные результаты. И вот как убедиться в совпадении этих двух факторов, когда человек ищет своего призвания, кем он должен быть, как войти в призвание? Получается, вот я знаю, что многие служители прям, яркое такое откровение, чуть ли не в момент покаяния, понимали, кем они будут в жизни. То есть Бог им в один момент или вот в короткий период времени ясно показывал иногда и там чуть ли не будущую жену, и призвание, и чем они будут заниматься. Но вот как состояться вот в этих пазлах, как бы? Я прекрасно понимаю, что призвание есть для каждого человека, и я не получил его в день покаяния, но у меня стал вопрос, и я верю, что этот вопрос приходит к каждому человеку на земле, даже к верующим и неверующим, к каждому человеку: зачем мы живем, в чем суть нашей жизни. И вот это толкнуло меня, толкнуло искать Бога, о чем я сказал, я пошел в тайную комнату и стал задавать эти вопросы. Бог не сразу мне ответил, и не сразу, может быть, я понимал его ответ. Вот, или что он хочет от моей жизни. Потому что, взять ребенка, может быть, он говорит по-своему, нам тяжело его понять, догадываемся. Вот, и мы стараемся ему говорить, а он невнимателен к этому, потому что маленький еще, нужно, чтобы подрос. То же самое в христианской жизни, в нашем начальном следовании пути за Господом. Бог будет говорить, но мы должны понять, как Он говорит. И мы должны конкретно, то есть ясно научиться выражать то, что мы хотим и что мы будем делать на самом деле, а не то, что обещать и не исполнять. Поэтому это толкнуло меня к глубокому поиску, потому что я не просто начал и бросил, а я продолжал и продолжал. Почему многие не получают ответа из своего призвания, или, можно сказать, своей профессии от Бога, судьбы от Бога? Потому что они попробовали, не получили, или, может быть, не расслышали, не поняли и перестали.
Бог не всем дает что-то. Буду сам строить свою профессию, свою судьбу, историю делать. Но, понимаешь, можно все годы так прожить и в конце жизни обернуться и понять, жизнь зря прожита. Нету пути, нету следов, которые ты оставил для поколений, для Бога, для Царства Божьего. Поэтому я стал понимать, что Бог что-то имеет для меня. Я понял, что мне просто открылось слово, где сказано, что каждый из нас какой-то член в теле Господа. И я ясно увидел, руки делают одно, глаза другое. У каждого органа в нашем теле есть своя функция, своя задача. То есть вы задались этим вопросом, у вас было понимание, что все-таки Богу стоит довериться больше, чем своим чувствованиям и пониманиям, даже своим планам, потому что то, что сделаете вы вместе, опираясь на его план, это будет более основательным, нерушимым, чем то, что задумает человек и вы сами. Да, можно построить свою судьбу, но она потом будет забыта всеми, и тебе самой не нужна в конце жизни. И только сожаление, а можно найти от Бога призвание, судьбу, призначение, неважно, какими словами это называть, но найти, кто ты есть. И что ты должен сделать на этой земле? Вот как у вас так получилось, что вы, имея на руках молодую жену, любимую, первого малыша, услышали зов, который оказался для вас сильнее инстинкта, что называется, самосохранения, такого инстинкта вот первого гнезда такого молодого? Ну, Виктория, понимаешь, как вот мы должны сохранять любовь друг к другу, ну, допустим, мужа к жене, а жене к мужу на протяжении всей жизни. То же самое мы должны сохранить первую любовь к Иисусу. А что нам позволяет сохранить любовь к Нему на протяжении всей нашей жизни на земле? Нам нельзя забыть, как Он нас помиловал. Нельзя забыть, как Он нас прощал, как Он нас благословлял. Поэтому я просто почти каждый день вспоминаю, откуда Он меня взял. И отсюда приходит благодарность и любовь к Нему. Спасибо, что я не нахожусь 36 лет в аду. Спасибо, что я не буду всю вечность находиться там. Я имею жизнь вечную, я имею небеса, которые реальны. И я понимаю, что они намного реальнее, чем земля. Я прекрасно понимаю, что Иисус живой, Он мой Господь. И я встречу близких, родных. И мы будем жить вечно, и не просто жить там. А есть определенно также интересная жизнь, которую Бог приготовил. Я не хочу сейчас говорить о вечности, потому что столько есть откровений, столько есть. Меня переполняет это. Но я ясно понимал, что я хочу знать, что я должен сделать на земле. И я люблю моего Господа, который меня так помиловал, который дал мне шанс не погибнуть, а иметь жизнь вечную и быть спасенным. И это вот я приходил, становился на колени или просто падал на постель своего: Господи, спасибо, ты меня спас. Спасибо, у меня есть семья, у меня есть здоровье, у меня есть друзья, дети есть. У меня есть ты, Иисус, у меня есть жизнь вечная, слава тебе. Начинал благодарить, а когда человека благодаришь, он же доволен. Когда его благодаришь, он тоже доволен и расположен к тебе. И я начинал понимать, как он говорит, я начинал понимать, чувствовать, что он хочет для меня. И, конечно, я ясно понимал, я не был каким-то очень религиозным человеком, чтобы вот только надо стать проповедником, Бог призывает только для пасторского служения, там, или для апостольского, или для того, чтобы быть евангелистом. Я понимал, что Бог может меня призвать быть поваром, и я тогда должен стать хорошим поваром, лучшим поваром, может быть, открыть даже свой ресторан, может быть, Бог меня призовет быть бизнесменом, вот, даст какой-то бизнес, чтобы я делал, поднимал, потому что в то время уже в Литве начинались кооперативы, это 86-й год, вот, и это, я понимаю, Бог на любую профессию может призвать, и там мы должны быть миссионерами, вот в той профессии, куда Бог призывает, там есть миссия для нас. Это быть светом, быть солью, быть свидетелем Иисуса, там спасать людей и быть, конечно, примером для других. В любви к Богу, это в любви к людям. Это такое генеральное призвание, такое и, общее для всех. Это для всех есть. И я задал вопрос: а я что должен сделать? Что ты хочешь от меня, чтобы я сделал на этой земле? Скажешь, я буду всю жизнь поваром, но буду лучшим поваром. Вот, хочешь, ресторан открой свой. Потому что жена тоже повар, тоже закончила кулинарку. Мы откроем вместе совместный бизнес. Я говорю: хочешь, Господи, вот, вопрос стал насчет иммиграции, потому что стали приезжие. Хочешь, мы уедем в Америку, начнем новую жизнь там. Что ты хочешь? Господи, скажи мне. Потому что вот есть такие очень важные решения, которые будут не просто такие вот на часовые, а на многие годы.
И вот тут нужно конкретное, очень важное от Бога иметь понимание, откровение, что Он хочет, чтобы мы сделали или не делали. И когда я молился, я ясно услышал, я тебя пошлю насаждать церкви. Я тебя пошлю, ты будешь миссионером. Ты будешь насаждать церкви, ты поедешь в страны. Вот. И когда Бог говорит, и ты понимаешь, что это Бог, потому что отсюда это не приходит, это отсюда туда приходит. Это, мы отсюда как-то хотим запихать, но Бог отсюда, из нашего духа, говорит наше понимание, нашу душу, наш разум. И я вдруг ясно стал понять, о, тихий голос стал звучать, я стал его различать, понимать, что это не мои мысли, это не я их придумал, потому что я об этом не додумался бы, не придумывал. Они как бы не то что со стороны, но они изнутри в мое понимание. И вот тут от меня зависит, как Мария, сказать «да» или «нет», «да будет по твоему слову» или «Господи, я буду оспаривать что-то свое». Я просто решил, буду на все говорить «да», пусть так будет, потому что он лучше знает, чем я. Хорошее решение. Вот. И я сказал «классно», но потом ты начинаешь думать все равно. Голос-то перестал звучать, голос-то перестал звучать, а голова-то осталась на месте. И вот тут начинаются мысли. Какая миссия, какой миссионер, у тебя вызов в Америку, вот, и ты можешь там новую жизнь начать, ты можешь там бизнесменом стать, ты можешь что-то другое, третье. Тебе там будут помогать, в конце концов, да. То есть всякие вопросы, и ты что делаешь? Опять идешь молиться. И Бог будет до тех пор говорить, пока ты не утвердишься, если ты, конечно, соглашаешься. Желаешь, если ты желаешь быть, и соглашаешься. Да. Он просто поймет, тебе нужен фундамент, он просто будет цементировать для тебя этот вот этот пол, чтобы ты мог встать на него. И когда я постоянно слышал, потом стал со стороны получать откровения, люди стали подходить, кто-то пророчествовал, и Слово Божье поднялось. Вот, и я видел, что вот, это для меня, не просто для кого-то было написано, это сейчас для меня звучит. И когда утвердился, я начал готовиться к этому. Почему? Потому что когда человек что-то получает, вот, допустим, человек захотел стать, ну, хорошо, для меня это очень просто, поваром. Что он должен? Он должен изучить кулинарию, он должен изучить, иметь подготовку и только и практику, и потом он только войдет в свою профессию. Все очень похоже в любой профессии. Если человек хочет кем-то стать, вот, допустим, врачом, хирургом, он же не может пойти сразу резать человека, конечно, оперировать, конечно, ладно, если правильно. Он должен обучиться и многие годы узнать генетику, узнать физиологию, медицину узнать. То же самое, когда Бог призывает человека, должна начаться подготовка. Я начал изучать, что это за служение, как основывается церковь, вот, почему отличается Антиохийская церковь от Иерусалимской церкви, почему Иерусалимская церковь в будущем исчезла, почему Антиохийская церковь стала миссионерской церковью, почему она высылала апостолов, как они трудились, как они насаждали. То есть, и, конечно, это нас... вы сами или вас наставлял кто-то? Ну, у нас уже были, конечно, и материал уже, потому что это уже был 87-88 год, вот, и уже литература. И у нас началась такая новая церковь, пробужденная в Литве, одна из таких первых динамичных. И к нам стали гости приезжать и из Америки, и из Швеции, и из Германии, и хорошие учителя. И к нам приехал Лестер Самрелл в конце концов в 90-м году. И на его служение это был уже толчок. Это было то, что когда Бог нас взял и, ну, послал на миссию. Но до этого была подготовка. Я получил в сердце в 88-м году, что поеду в Армению насаждать церковь, но поехал только в 90-м. Что я делал эти два с половиной года? Готовился. Это сильно. Готовился. Это сильно. Да, это я важно. Ездил в Армению, я узнал немного культуры, хотя, конечно, ну, Литва от Армении сильно отличается, это разная культура, разные народы. И я стал изучать. То же самое, дорогие, хочу сказать вам, если Бог вас призывает к чему-то, начните готовиться к этому. Не бегите сразу. Только если Господь конкретно говорит, вот сейчас иди сделай, тогда сейчас иди сделай. Но если Бог открывает вам будущее, к нему надо готовиться. Надо быть подготовленным. Это очень мудрое слово. Вот. И я ездил в Армению, познакомился с верующими братьями, сестрами, с церквями. Но понимал, что Бог призывает просто идти в мир и спасать грешников. Не идти в какую-то церковь, не разделять ее, не забирать оттуда, не делать какую-то революцию. Поэтому слава Богу, что ни одной церкви я не разделил. Слава Богу, что людей не воровал, как говорится, овечек не воровал. Я хочу сказать, вот как раз то, что пастор Леонид Малько, его действительно чрезвычайно большая миссия и очень большой вклад для тех,
кто, может быть, не знает действительно так глубоко историю, историю евангельского движения, вот современной, современной церкви, церкви, да, современной русскоговорящей, можно сказать, части евангельского движения, вот на территории СНГ, скажем так, или вот постсоветского пространства. Пастор Леонид, он был тем, кто посвятил годы своей жизни и основал ныне самую крупную церковь в Армении, которую сейчас возглавлял долгие годы Артур Симонян. Церковь, которая известна тем, что там свыше 10 тысяч членов вот в церкви, и она является, ну, одной из важных структур Армении и Еревана, к которой обращаются политики и общественные деятели, с которой советуются. То есть церковь, которая стала... Но таким, все начиналось с улицы. Все начиналось с улицы, все начиналось с молитвенной тайной комнаты. И я хочу также сказать, что более подробно о жизни в призвании вы можете узнать в программе как раз «Жизнь в призвании» с Леонидом Малько, о том, насколько захватывающим становится это приключение, приключение с Богом, что Бог делает вещи непостижимые для одного человека. Как один человек может основать служение, которое расширяется больше, чем он мог представить, больше, чем он мог помыслить, основывать церкви, влиять на поколение людей. Это невозможно, поэтому есть чудесный плод для тех людей, которые решают заплатить цену. Цену за жизнь с Богом, цену за посвящение, цену часов, дней в молитвенной комнате, когда на такой странный порой вызов, да, оставь благополучную жизнь, иди сейчас с тем, кто плачет, иди в страну, где сейчас идет война, где нет никаких бытовых условий, никаких удобств, иди туда, ответить «да». Вот такие люди изменяют историю, такие люди оставляют вклад. Бог нашел Леонида, и когда-то он, даже не с первого раза, но сказал ему «да» и много раз повторял свое согласие, доказывая это не только на словах, но и делами. Аминь. И он продолжает быть все таким же цветущим, все таким же легким на подъем. И я желаю каждому из вас, чтобы вы оставили ваши вопросы, если у вас есть, к пастору Леониду, ваши комментарии, чтобы вы делились ссылками на эту программу с вашими друзьями, знакомыми, потому что это жизнь, которая свидетельствует о том, что человек может гораздо больше, чем он может себе мечтать и представлять, когда он соприкасается и посвящает свою жизнь тому, кто его создал, своему Творцу. Аминь. Леонид, спасибо вам большое. Слава Богу, и мы знаем, что мы услышим еще больше чудесных дел и, наверное, увидим когда-то. Мы все миссионеры на земле. Спасибо вам большое.